Заходим. Да, конечно. Иначе игра может не пойти, ты же знаешь. Да, я думаю, нет. Ваня, ниже сядь. В игре. Хорош! Вот ковырявку эту. Просто в створ, да? Нормально, нормально все. Тактика проста, да? А? Хотя, ладно, 9, да? Ну, нормально все тут. А не пиши, ладно, ничего. Ты не голосовал? Да не надо, Ген, рисковать. Ну, нах, надо зажить, блядь. Хоть чуть-чуть. Следующая игра тяжелая, пиздец.
Ген, зацепи фотик, пожалуйста, поставь туда, за нас. Фотоаппарат. Не, туда, вон, на лавку. Угу. Этот, невысокого роста парень, Ванькина футболка старая играет. Никита. О, хорош! Распели. Угу. Этот? Да. Да. За Арсенал не, да? Да, играл за Арсенал. Я помню, что он играл. Да, да, ты ж выключил. Да, я же тебе говорил, помнишь, чуть пожестче надо поиграть. Хорош! Я думал, он не дотянет. Руслан, красава. Ебать, что? Он вот сам будет просто был. Да. Все, он, Руслан, здесь закончит? А? Здесь и закончит? Да, он же не может играть за первую команду. Жаль. Жаль, да. Сейчас было, блядь, вообще нормально. Вообще, да. Ну, блядь, из КЛС-ка сюда. Матупа. Ладно. Ну, он бросил. Что-то да, что-то на нервике. Влада не будет. Какого? Влада не будет, да? А, Влада, да, нету. Ну, Денис есть за спиной. Конечно, конечно. Женя, горит. Ой, хорошо! Сегодня здесь клуб выиграл. А, блядь, ты можешь это, тебе играть надо будет, Паша.
Что-то с Ванькой не то сегодня. Вы обрезал как, блядь. Руслан, да, блядь, побежал в пустую зону, пиздец. Да ведь просто остановился, да и все. Хорош, да! Красавчик, забрали! Два дома! Меняйтесь, парни, парни устали! Да, ну вечером все хуже. Прошлой неделе тоже самое. Суббота хорошая. Как только нам играть, пиздец. Да. Дождь, холод. Женька, хорош. Саня, я готов записывать, Сань. Смотри. Играть, играть! Да, базон. 12 минут сыграть. Да, блядь, но за эти эскалейцы всякие может быть. Можете сейчас 7-5 попасть. Да, вообще легко. Что друг за другом там бегать, а? Ой, хорошо догнать. О, блин. Надо выбивать, наверное, не? Меняйте, ребята, Вань, меняй. Ваня! Эй, Ваня! Пиздец, спи-то я. Оба при том, блядь. Ё-моё, пиздец. Все спит. Все там. Да. Контроль мяча у команды, да нахуй? Дал, блядь? Я себе. Блядь, догнать мяч не можем. Ладно, хуйня это все. Все хуйня, главное результат. Альянс на первом месте, да? Да. Хорошо играть, да?
Не, блядь. Да не особо, блядь. А, Марченко за них играет, смотри. Ага, ну туда, бля, может быть и опасно. Я с тобой вот только четверка играет, вот, как в нашей команде, в нашей лиге или еще свою лигу тоже? Шестая нет. Нет, шестая нет. Шестая просто там команд хватает. А, у нас мало хватает. Команд, да. Нормально бросил, как с ноги так, подал, да? Конечно. Конечно, и ты так просто... Еще силы нету там. А мы, блядь, бросаем потихонечку, мне так. Сели! С разворота. Вот так играем. Да. Ну, формай мяч. Русь, подожди чуть-чуть, дай парню выйти. Где, блядь, гачи-то? Чего, блядь, Руслан, мяч? Левый хорошо летит. Два левши, короче, блядь, собрались. Что ты мне бьёшь? Два левши, блядь. Надо было бить. Вот один, опять, ходим. Да, да. Это что за форма? Новая, да? Да. Если у нас болят в этом сезоне, оба команда. Да, по одна форма. Полностью формы, я да. Еще воротар плюс играет. Да, 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 в атаке, да? Хорош, Жень, назад, назад! Голова потяжелее оказалась. Хорош, хорош. Да, да, да. О, нормас. Хорошо. Пенальти, блядь. Пусть Вера ударит, э! 23-й номер. Так а что рано? Да пусть ударит. Бля, я думал пенальти. Да? А там не пенка, не-не-не. Не, да это не надо, Сань. Ну давай пускай левша, кто там. Пизда, в центр, блядь. Женя, бей, по... В центр два раза ударил, блядь. Да, и, блядь, он не сильно даже к концу. Пиздец, блядь. Вот так. Бил бы под штангу, да. Чтобы отскок, если что, был бы. Да, блядь, это посильнее. Смешной матч. А что он, блядь, просто на сиденье? Кстати, там левша может быть.
Пивка, может? Ух ты, бля, да это да. Смешной матч, да? Два бомбардира видит, блядь. Да, Женя на втором месте, этот на первом. Хорош! Сыграй, сыграй первый! Что разница? 8 мячей. Ну, хуй узнает. А? Еще одно, один, кроме этого. Ну, каждой игре по 4 балла, да? Сейчас он забил сегодня? Да. Два? Не знаю. Через дом, Ваня. Играй! Ой, хорош! А попал, да? Без головой никак. А? Без головой никак не играем. Он постоянно должен забить один. Бля, хорошо, вы тут только-только достал бы. Да. Голы, не. За пределами, кстати, мне кажется. Не? По там футболу. Не, видишь, я получше играю, чем Кодор. Чем Кодор я получше играю, надежно. Да ладно. Посиди, ну это кто писал вопрос. Это и сам, блин. Надо было его уже там. На той половине, да? Бахнул, еще женился, боец, покурил, он, да? Боец, блин. Вот тяжелый вес. Хорошо. Не, ну вдруг там это Роберто Карлос, ты ж не знаешь. Вот это жестко. Они да. Выходят или нет? Просто Карлос. Пятый выходит? Кто? Это команда? Наша, да, полюбас. Проще! Бля, прямо на границе чувак играет, красавчик. Прям вообще даже слова не скажешь. Хочется сказать, что за пределами, но, бля, вот он четко очень, да. Не, после Ваня не было ни одной вратарь, который так забил. Сколько нас Ваня забыл? Три? Какой? С ворот до ворот. Да, да. Он же этой горилле, блядь, забивал нахуй, да? Горилле ж забил, блядь. Кузьмину, нахуй. Ваня Новиков, блядь, с ворот до ворот. Он тогда в том сезоне два или три забил. Да, три он забил. Ну, я же говорю, три. Пиздец, блядь. А где он играет? На Арсенале играет, да? Он не играет, он с Питера уехал. Ваня! Прости! Рука, по-моему, не. Мне как показалось, не просто. У Дударева наша футболка, да? Под этим. Черно-желтая, ты видел? Можно контракт, Паш, готовить, наверное, да? Надо ему еще пару блоков дать. Это посмотрим, как пойдет. О, хорошо. Вера даже не контролировал это. Да, там уже без шансов. Даже если контролировал. Да, да. Так его клал, блядь. Жестко на. Неплохо, да, передал, кстати. Ну, чуть-чуть.
Отрабатываете еще, да, Руслан? Да, да. Ну, то это же школа, это тренировки, что ты хочешь? Это же... Не, есть вот эти игроки, которые вот на базе стоит, даже если играет, вот такие уровни. Как... Ну да, да, я знаю, это от человека зависит, конечно. Он пришел играть и готов работать, а некоторые, да, такие... Там стоит, дал пас, забил и все. Да, замыкает штангу, да, или просто ждет передачи. А, просто я, честно, вот, да, обрабатываю. Парни, все... Не-не, опасность. Да, 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 он есть не на мяч. Бля, ну там нельзя было пропускать, как я уйду. Хорошо. Что, еще раз? Гуляется, можно. Вон, иди, банка стоит, иди, банка стоит. Серьезно, не можно покинуть. Так, все, запись, товарищи. Запрещенные темы нельзя. Да? Все, парни, выходим. Нахуй, наверное, надо вообще просто не играть. Я еще поставить. Раз по яйцам попадут, нахуй. Сегодня что, много яиц, да, блядь, отскочило. Ага, вообще, блядь, без конца, короче, блядь. Такие, знаешь, хладнокровные. Еще одни яйца. Сегодня ты видел, много яиц, сколько отскочило, блядь. Блядь, опасно так. Пошли, да. Хорош, Вань, хорош, успел. Ой, там, блядь, расстрел. Там расстрел был. Ух ты, блядь. Опасно, опасно. Хорошо, да, парень, положи. Сместился с центра. Ага. Ну, проблема, что только одна нога, видишь. Да, да, и Руслан тоже решил не подходить лучше. Ну так вообще свой чувак, да, можно брать кому? Ваня, зачем? Детей, это сзади помогал. Ваня? Да, прям жестко. Просто вот так. Блин, ну я. Во-первых, он ничего не может успокоить. Так это у нас что, 4-2, да? Да, да. Блин, это опасно, но. Парни, 4-2 что? Только начали. Хуйня не занимается. Блять, кладет руку ему на спину, вот зря. Один. Можно даже проверить. Хорош! Вот она. Вот она, школа СКЛС, видел, на? Вот это, блядь, школа, на. Что готовится? Выносить сейчас будет? Слушай, я подумал. Смотри, у нас же получается.
твоей команды Женя, да? Сегодня? Ну, мы... да, мы можем двоих взять. Вообще можно. Просто мне, ну, по факту, ну, бля, мало кто сломается там, блядь, чтобы никто ничего не призывал, что это, блядь. Да. Бля, ну зачем? Зачем, да? Закройте даверу! Прямой! Ну, надо было еще туда забить. Слева! Ой-ой-ой-ой! Сказал? Я видел, у него замах. Женька, я снял это! Снял, Жень! Блять, пиздец. Гена, ты бы забил? С левой, да, с правой. Забил. С правой нет, да? Ты видишь, бля, у меня только левый летит на ворота, а правая нога вообще. Давай, сели. Хуя, садись, нет, там, бля, дымщик, убийца женщин и детей, блядь. Бля, они, кстати... А вот ты куда, блядь, с Пивакова обижать? Конечно. Даже я туда не полез. Ну, даже не всегда объедешь, блядь, да, сразу. Этот, как он называет? Я что-то сказать хотел, забыл. По-моему, нет, они же играли. Ну, это, по-моему, второй матч и был, нет? Первый же Юнайтед проебал. Помнишь? Нет, они в ничью сыграли 3-3. А, в ничью, да? Да. Я думаю, проебал. Оп. Ой, гав, красав. Все, красав. Это видел? Все, в дубль берем, нахуй. Все, Гена заебал. Хорошо. Гав, а ты бы через себя убежал, если кодировал? Нет. Нет? Я, блядь, боюсь газом спорт. Это еще нам здесь долго играть. Я бы не стал потом больше там. О, хорош! Хорош, Денис! Красавчик, блядь. Ты понял, да? Точно давать такую не надо, блядь. Как Андрей в свое время, да? Да не то, что рад, да. Это не я, блядь, это все общая ошибка была, блядь, комитета, между прочим. Самое, что интересное, мы сами всегда, блядь. Обсуждали, да, эту хуйню все. Не то, что обсуждали, блядь. Все, иди меняйся, блядь. Да, конечно. Записали.
с такой игрой Спартак сегодня не выиграет, да? Нет, Спартак сегодня проебет. Ух, блядь, сейчас за вечер. Труся, ты бы забил? Забил бы? Он бы оттуда забил бы, мне кажется. Еще разок, да? Смешной матч, пиздец. Первый тайм вообще, блядь, как нахуй. Цирк, блядь. Ой, чья школа? Это же Гена, по-моему, в молодости, не? Не? Гена не такой. Гена жестче, да? Гена изменился, блядь. Не играй больше. Затроллили, да, Ген? Макс, я надеюсь, вырежешь? Не-не-не. Это даже супер момент будет, блядь. Дальше! А в натуре, может, вырезать вот эти два момента? Конечно. Типа, мог быть гол написать. Три момента, да? А, вот теперь... Три момента. Блядь, ну уже А ты спорил со мной? Я знаю, кто сегодня пойдет в магазин мне. Со скидкой временной, да? Да. Дима, ты будешь выходить? Ты выходить будешь? Через смотри. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Хорош! Денчик, гол сезона. Все, иди меняйся. Да, все, выходите. Ай, Фомич, красавец. Ой-ой-ой-ой. Бля, ближний какой раз заходит, да? Сколько раз задействовал? Опа. Хорош. Давай, давай, блоки, держи. Я хуел сейчас зашел, блядь, если честно. Это был бы, блядь, гандикап нахуй, как в этом футболе, блядь, на приставке нахуй. Там еще только мячи подает он, блядь. Ой-ой-ой! Бля, Ваня хорошо, да, зашел вы, блядь? Да, да, да. Как крабы, знаешь, на. Бля, ему оттуда Дударь даже бежать не может, нахуй хуёвенько ему так. Конечно, бля. Блять, это пиздец. Бля, как Восход играет? Интересно. Это мы зависим от того матча тоже. Ой-ой-ой. Все, Фома, молодец, садись. Дай минуту. Почти Соболева исполнил. Все, Виктория, давай, давай, давай. Фома, это твой, это твой. Фома, один в центр играл. Варю, блядь, по ситуации, блядь, какой центр, блядь? Так, как классно.
Хорош. Какой целый алкоголь не попили в самолет. Споил команду соперника. А Паша уже такой контракт достает из заднего кармана, короче. Там уже SKLS-3 написано в графе команды, блядь. Блин, можно вообще? Он чтобы он охуел. И Андрея туда капитаном, блядь. Андрея капитаном, короче, да, Руслана в атаку, да. Нормально все, нормально. Дайте ему Фоме забить, блядь, пожалуйста, блядь. Просто дайте Фоме забить. Натуре, не надо, не надо. Хорошо, хорошо, сели. Сели. Вы на одном плане вдвоем. Кем вы там играете? Давай, помишь, я тебя верю, помишь. Так, сколько осталось там? 14 сыграли. Мы на каком поле играем? По-моему, второе. Не помню так. По-моему, второе. За что за решение? Шипами попал, говорит, сука, из Андрюха вылетело сегодня, это пиздец. Я насчитал 4 пары, нахуй. Хорош! Да, вратарь, нахуй, слушай. Да, да, конечно, конечно, конечно. Поговори с ним так, да. Строить нахуй убрать просто. Да, этот малой ничего. Да, что там с Кадиром? Хорош! Да выбейте вы этот мяч, блядь. Ну, в натуре, блядь. Андрея нету, да, блин? Да, нет. Корму выставил, блядь, чувак, поломался по любасу на хуйте, говорю. Слышь, блядь, кончено. Что, блядь? Женя, блядь. Слышь, блядь, кончено, а? Что, блядь, сыграть не можешь нормально, нахуй, или что, блядь? Тише! Тихо! Тихо! Я бы удалил их обоим. Сиди, блядь, замет. Блядь, малые дети, нахуй. Нет! За собой, там. О! Все. Все. Да? Все. Проверь. Давай. Возьми его. Головой, да, вырос играл?
Ну, Вера, я говорю, головой сыграл, да? Ай-яй-яй. Хорош! Андрюх, ты научил? Что там, Альянс горит, что ли? Что они там, мяч пытаются быстрее вести нас? Шестая наша. Они что за команда вот эта скинула? Вот это? Черная жемчужина. Есть, что надо найти в саду дальше. Ранее Динамо СНК. Помнишь? Ребят, свет. Организатор написал, что он является фанатом фильмов про Джека Воробья, «Пират Карибского моря» и соответственно. Я думал, это может какой-то. Я думал, спонсор тоже, нихуя нет. Бля, Андрюх, так надо этой хуйней заняться, пиздец. Что? Спонсор сам надо заняться, блядь, этой хуйней, блядь. Ну надо песня по рыбасу, блядь, искать. Иначе. Я-то знаю, как у меня времени реально, вот ни хрена. Если у тебя есть, давай я тебе напишу, как искать. Я не такой коммуникабельный. Да там не надо отдать коммуникабельный. Кидай вперед! Хорош! Ой-ой-ой! Вытянул, нихуя красавчик. Зачем Женька подает, не пойму нахуй. Футболка, видишь, у Дударева желто-черная под этим нахуй наша. Вообще опасно играть, да, этот чувачок? Да, 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 да. Какие нам не надо. За у нас. Вот, вот, видишь, молодец, сука! Остановился футбол. Женька слишком импульсивен, блядь, в последнее время. Да, что-то видишь, что же пытается вот это обидеть. Ну так они с Дударевым, у них 8 голов, нахуй разница, блядь. А, да? Лидеры, типа, да? Да, да. И Женька? Да, Дударев на первом месте, Женька на втором. 8 голов разница. А, ну вот, чё, ну, все ну. Понятно. Ну. Ой-ой-ой, хорошо! Почти гол нет. О, тут нихуя вам, блядь, тут опытный нахуй. Да, Ген? Сразу видно, блядь. Мало пива на такой матч. Я не думал, что увлекательный наш такой будет. На самом деле.
Вот, Ген, солнышко. А что с тобой случилось, Ген? Пах. Устал. Пах? Или психологическая травма? Там не выпускает, игрового времени мало. Молодежь заполонили, все, нахуй поиграешь там. Дубль хочет. Думаю, подумаем весной. Значит, вообще закончить играть. Не-не-не, в смысле закон. У тебя контракт какой-то. Ну, бля, столько выплатить надо за Гену. Придется 20 лет на ту воду носить туда. А с Андреем играли нормально. 5 минут, 7 минут, 4 минуты смена. Да-да-да. А сейчас, блядь, хуйта-суйта. Выходишь на 5 минут, садишь 20 минут. Ну, ты же видел, Гена, когда приходят новые люди, надо, блядь, адаптировать и команду, и... А потом уже выравнивается все. Сейчас же выровнялось все опять. Все нормально. Постепенно, да. Да, ну по-другому никак, слишком до хрена. Мы же их не приводили просто так, у нас не хват своих игроков, пиздец. У нас все, блядь, на травме, все... Кого-то нет. Бля, хорош малый. Ну... Женька, единал, не вырезай давай. Куда он тут? Да? А, ну все тогда, хуй тут. Можно на расслабленно играть дальше. А что, в пятую лигу пойдет, я сказал? Вышли! Да. Давай, за мячом кей. Желтый, за мячом. А, да вон, Ванька побежал. Через час, да? Да, у нас в запасе, блядь.